Без тепла. В 30-градусный мороз остались жители многоэтажек в Степногорске. Коммунальная авария произошла на теплотрассе. Порыв уже устранили, однако в домах все еще холодно. Специалисты провели сварочные работы. Аким области Марат Ахмеджанов держит ситуацию на контроле. Он возглавляет оперативный штаб. Повреждения наконец-то устранили. Сварочные работы завершены. Сейчас начнем заполнение теплотрассы.